Интересно, деньги на разработку проектно-сметной документации на газификацию села Шубарсу выделили? Если на следующий год не заложили средства, то в каком году решится этот вопрос? Так рьяно депутат из Ордобасинского района пытается отстоять давнюю мечту своих избирателей. Много лет жители аулов мечтают о газе. Жаркие дебаты Кайнар Абасов приберег для областной сессии не случайно. Конец года – то самое время, когда решается судьба бюджетных миллиардов. Часть из этих денег направят на газификацию. Правда, забыть о дровяных печках и опасных пропановых баллонах смогут не все сельские жители. В следующем году новые объекты не будем строить. Финансирование направим только на переходящие объекты. Надо их завершить. По Ордобасинскому району будет газифицировано село Кожемухан. Здесь объект переходящий, поэтому деньги выделили. В следующем году обещают завершить третий этап газификации города Кентау. На это потратят 35,5 миллионов тенге. А вот строительство газораспределительных станций в Жетысае и Мактарале областной бюджет не потянет. Придется просить дотации из республики. Сейчас ответственные готовят документы для выделения трансферта в размере 168 миллиардов тенге. Руководители управлений поедут в Нур-Султан. Они должны доказать членам правительства, что просьба обоснованная. Внеочередная сессия областного маслихата намечена на 31 декабря. В последний день года депутаты Туркестанской области должны утвердить бюджет региона на предстоящие 3 года. Шанару Уразова, Амантай Аульбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».